Вы все присутствуете на открытии новой научной картины мира. Я прошу молодого специалиста принести сюда ленточку, и мы сделаем все необходимое для процесса открытия. Все получилось. Ну, это, конечно, шутка, но в шутке есть серьезная подоплека. С открытием новой научной картины мира, которую мы сейчас сделали, мы еще и открыли новую науку. И наука называется Redox. Все сейчас говорят, много говорят о том, что нужно искать самую конвергентную науку, в которой бы соединялось все. И физика, и химия, и искусство, и любовь, и там все, что угодно, все, что хотите, и спорт в том числе. Так вот, есть уже такая наука, она создана, она развивается, она живет, у нее уже есть свои успехи, и название у этой науки – Redox. И все, что у этой науки уже создано, и все, что будет создаваться в ближайшее время, все отражено на данной научной картине мира. Здесь самое главное – понимать концепт, к чему мы стремимся. А стремимся мы к тому, чтобы подтвердить цитату великого русского писателя: «Красота спасет мир». Все знают этого писателя, Федор Михайлович Достоевский. И все, что будет в ближайшее время создаваться в нашем мире, все будет подчиняться именно тем законам, которые улучшают нашу жизнь, делают ее более уверенной, более красивой. И физический смысл цитаты Достоевского на этой научной картине мира тоже объяснен. Все красивое и полезное, будь то произведение искусства, поступок, улыбка, физическая нагрузка или поведение, связанное с размножением, все уменьшает электрическое сопротивление человека. И по этим законам, по Redox-законам, живет как человек, потребляя кислород и окисляя углерод, который находится в жирах, белках и углеводах. По этим же законам живет и вся планета Земля. И насколько мы быстрее научимся понимать друг друга, человек – Землю, а Земля – человека, настолько быстрее мы будем решать все возможные вызовы нашей судьбы. Будь то экологические проблемы, будь проблемы там с нашим иммунитетом. –